Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Принц Персии и Пески Времени. Ага. Опять эта фара начинает нас тут угорать с нас. Опасайся скрабеев. Да чё их опасаться, они вообще никчёмные. Ты смотри, как я их расхерачиваю, только так. Все, вот это все скоробей. Чё тут опасаться, ты вообще? Опа, рок пошел. В прошлой серии фара. Значит, такая берет. И сучка не хочет с нами сотрудничать. Я ей говорю, иди туда. Она, значит, стоит. И, ух, нихера себе. Меня первый раз скоробей ухерачил, прикинь. Они же вроде так просто не атакуют. Они атакуют именно тогда, когда они вот так подлетают. А тут что-то меня просто так ударил, смотри. Ты не попутал, скоробюшка. Я тут только что видел водичку. Фарка, подожди. Я думаю, в этой серии ты не будешь тупить. А где мой звук? Который поновляет мои жизни. Вот это вот исцеляющий звук. Так, ничего не вижу. Ты тут надымил так. Кого ты там уже натягиваешь? А-а-а. Воу. Что такое? Баня. Баня? Сейчас попаримся. О-о-о, тут смотрите, какие тёлочки. Прям, наверное, в комплекте идут. Здорово. Так, ты! Банщик. Ой, блядь, их тут там, что там много, прям вообще жопа. На. Один есть. Банщица, ну-ка. Или ты в комплекте идешь? Какие услуги предлагаешь? Эть. Ой, блядь, не то нажал. Услуги у тебя херовые, мать. Там он там что-то летает, этот летает, тут летает, все летают. Давай, короче, песок зарядим. Опа. Кольчик в жопку. Эть-эть. Вот это вот самый классный комбус. Да ты слышь, женщина, я вообще-то тут занят, ты не видишь? Ты почему меня трогаешь? Я не платил за то, чтобы ты меня трогала. Что, кто еще? Еще кто-то должен быть. По-любому. Потому что идет, во-первых, музычка. Вот, я же говорил, где. Женщины, еще. Да ты слышь. Да прыгни на нее. Пара, тебе сейчас наваляют. Да на нее прыгни. Ай, не то нажал. Хорош. Щик. 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 Да. Сколько вас тут будет? Слышь? В смысле ты блокируешь, чувак? Вот этот вот нечестно играет. Он блокирует, падла. Так, вот эту женщину надо как-то успокоить. Опа! Опа! Ха-ха-ха! Успокоилась? Да блин, сколько вас будет? На нахер. Да и чипа-тяпа-тяпа. А ты, женщина, вот это что она делает? Она зависла что-то. Так, подожди, тут еще был... Да, блядь, не то. Вот, что эта женщина, смотри, делает. Она зависла, походу. Так, все, вот это два последних. Наверное, да? А че фару? Кто фару бьет? Он же ее не бил. Да, все, это последнее. Смотри, я в полном здравии, в полном запасе, в полном всем. Только жизни меньше. Надо где-то водички найти. Ну тут баня, как это воды нету? Где вода в бане? Тут есть вода, нет воды? В бане нету воды, это как? Не зарядили, не зарядили. Вот водичка. Еще пей. Тут же чистая, чистая вода. Просто бери и пей. В бане. Что? Что понимаешь? Я не понимаю, расскажи мне. Вот они, короче. Ладно. Ага.
Ага. Могучий воин. Давай. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующем. Фара, ты меня тут охраняешь? Молодец. Смотри, меня охраняй. Все в порядке. Я знаю. Откуда ты знаешь? А вдруг я не доспал? Еще мне минутку надо. Так, опять водичка. Вот почему он, короче, с края платформы он прыгает, а тут не умеет прыгать, просто тупо. Не вижу ни хера. Вот еще. Че это? А чё я нажал? Не понял. Я какую-то кнопку нажал, что-то произошло. Стоп, там где-то есть песок. Фара, подожди. А чё я нажал? Какой-то зеленый кружок вот этот. Что это? Пока я не понял, что это было, ну ладно. Вон, смотри. Эй! Ты ко... Так просто так под... Чё ты? Ну руки подними. Смотри, оп. Фара, подсади. Подожди, а как туда попасть? Тут мокро. Хорошо, тогда вот так. Блять, надо высохнуть. Ща я... Подожди. Ты уже высох? Высох, молодец. Нет. Колонна? Что ты? Подожди, не-не-не, так не пойдет. Я хочу взять тот песок, нихера. А как? Подожди, пока не пойму как. Есть вон платформа, но она к херам не нужна. Может, с этой стороны? Тихо. Так, вон, смотри, есть попрыгушки, херогушки. Как туда начать взбираться? Как-то с этой... Нет, с этой стороны, смотри, надо взобраться. Так, в воду пока не лезем. Вот, смотри. Так, у нас тут столбы есть. На этот столб можно, но дальше он не прыгает. Но мне надо как-то вот сюда попасть. Ну ты ж долетаешь. Что? Да ничего, Фара, подожди, не мешай. У меня, видишь, серьезное дело. Я пытаюсь попасть вон туда, а то как? Что-то я пока не вижу. Ну смотри, ну мне вон туда надо, а как туда? Эта колонна мне бесполезная, потому что выше я не могу залезть. Там, в принципе, то же ничего нет. Ну подождите, ребятки, я хочу. Если я хочу, то я хочу. Ну это же понятно, да? Блин, вот это будет прикол, если это все дальше можно будет сделать. То есть не сейчас, а там я дальше буду идти и как-то вылезу сюда. А ну-ка, подожди. Не, подожди, я не вернусь тогда. Меня сейчас захлопнут и пипец. А, вот, смотри, я помню. Смотри. Смотрю, и чё, а зачем? Посмотрю, куда она ведёт. Ну, посмотри. Ой, бляха. Вот кто это? Зачем это все было наделано? Ухватись. Нет, смотри, значит, там как-то надо. Надо как-то там решать проблему. Только я не могу понять, как ее решить. Что-то.
А так ты умеешь бегать по стенкам? Смотри, когда у него мокрый, он так умеет бегать, а вверх не умеет, подлец. Как же тебя решить, загадка? Выше он не хочет никак. Бляха! Ну блин, не пойму, ну как. Так, смотри, тут воды нету, да? Тут воды нету, хорошо. Но туда я никак не вылезу. Но есть же там он кувырашки. Кувыркашки. Тут тоже ничего нету. Принц, подскажи. Я не вижу этого решения. Хорошо, смотри. Если мы вылезем на эту колонну, что оно нам даст? Оно нам абсолютно нихера не даст. Прям вообще абсолютно нихера. Так и как? Вот. И... Как вон туда добраться? Ну ёпты. Что ты делаешь? Не пойму, как, короче. Ай-яй-яй-яй-яй, буду без песка. Ну что ж ты будешь делать? Там вон есть лазюльки, ну а как туда попасть-то в эти лазюльки? Ладно, блин. Что-то как-то неправильно они сделали тут. Неправильно, я не могу туда попасть. Ну ладно. Ну ладно, короче, погнали. Что тут у нас? Куча ловушек. Ты опять активировалась? Как ты? Воу. А чё, подожди, стоп. А мне куда? Это похаря только так заедет. Так, а там внизу? А, мне вниз просто надо. Спокойно. Блять, опять сейчас ноги сломает, стопудово. Ну, я же говорил. А ну-ка, подожди, подожди, подожди. Ну, там вроде такого места не было, да? Ну да, там такого места не было. Я тут только подумал, что можно же было вот так от стены к стене. Ну, там... Подожди, было там такое место или не было, что можно так от стены к стене? Не, вроде такого не было там. Ну ладно. Ты будешь сегодня хвататься или нет? А дальше что? Подожди, не понял. Не зашибет. Не зашибет. Так, фара тут кого-то херачит. Ой, а что такое? Что случилось? Ай. Опять попрыгушки какие-то. Ну, хорош мне показывать касценки. Оба, серьезно. Это заявочка серьезная. Женщина, блядь! Ты сучара такая гребаная. Ца, это сейчас меня заебашит. Конечно, я тут делаю свои дела, блядь, а ты меня ебашишь. Да и спереди, и сзади, везде. Опа!
Блин, надо женщину как-то в попку. Вот так вот. Вот этого давай. Потом того. Блять, кнопки не работают. Нет, это не, не вариант так их херачить. Надо, надо их, с них песок брать. Они-то вообще, в принципе, никчемные. Мне надо водички хлебнуть. А чё, меня там никто не хочет? Там Фарка разбирается вообще шикарно. Молодец, Фара. Валю тебя. Все? Подушки. Или что это? Не все, конечно. Все, ага. Дай эту дай. Да не так. Нихера. Нихера. Так хорош блочить, алле. Так, подожди, они что-то мне... Это самое тут... Бесят, ничего не вижу. Давай тыкай. И эту тыкай, и этого тыкай. Да! Вот тут боевка. Это гребаная. Да хрена народу слишком сильно. Да не блочь. Да. Кто там? Оп. Хорош. Хорошо, что они не могут меня... Ну, в смысле, не то, что не могут меня бить. Они не бьют меня, пока я бью другого. Вот этого. Потом вот этого. Хорош. Успел. И вот этого. А, не успею того. Да дай ему нормально. И вот этого еще выруби. Хорош, теперь по очереди. Бумк. И бумк. Все. Наконец-то. Очень много времени бои эти занимают. Потому что противников... Ну ты вот посчитай, сколько там. 4, 4, 4. Это штук 16 точно было. Я видела это с уступа. С уступа ты видела? С уступа. А я видел с катсценки. Если чё. Мне кажется, что эта дверь не очень прочная. Да я тоже так думаю. Может, ты сможешь разбить её своим мечом? Кто ты думаешь, я такой? Рустам? Это самое, блин. Так а меч пожёстче просто возьми-то и всё. Давай, сохранюсь. Так, я понял уже, что тут надо сделать. Баня. А почему я... Я начну свою историю отсюда. Я вроде там сохранялся, а там проценты не увеличились. Фара, смотри меня не лапай, когда я сплю. Поняла? Что это делает? Это открывает рычаг. На время? Смотри, за этими тремя дверями на время. Не, не на время. А там песок, я хочу туда. Так, смотри. Вот это надо как-то раз бумбошить. Не хочет он бумбошить. Ладно. Как-то надо вылезти, я вижу, вот наверх. Промок опять. Ты что? Ты же мокрый, ты не можешь бегать, в смысле? Да. Нормальный. Там он может, значит, бегать, то есть тут он может бегать, там он не может бегать. О, уже не может. Спасибо. Так, ладно. Сейчас опять буду тупить полдня. Как мне забраться на вот эти вот рычи... Не, не рычажки, а вот эти попрыгушки. Подожди, а я открыл... Я пришел оттуда, открыл... А дверь какую я открыл? Что вот это рычаг? Ладно. Что делать? Женщина, давай объясняй.
Да я не запрыгну, туда я не запрыгну. Что такое? Ага. Вон она. Ай. Принц. Высохни. Открыто три двери. Ты сделал это? Поторопись, пока проход не закрыт. Ну так как катсценка. Я в чем прикол? Ать! А это что? В смысле, кнопка, зачем? Ой, там еще один, смотри, у меня добавляется. Куда крутить? Сюда? Меня закрыли! Ага. Спустили водичку. А везде спустили водичку? Нет, не везде. Какой спуск? Что ты хочешь? И что? Что дальше? Там дверь, там ничего. Мне надо как-то наверх. Да елки-палки ж ты, ну. Куда? Женщина. Да отпусти меня куда-нибудь. Какой спуск? Вот есть этот. Да и разобью, не мне чем разбить. Какой? Тут вода есть? Ага, тут воды нету, смотри. Ты сюда не долезешь. Долезешь? Серьезно? Вот так вот, раз. Ну, теперь понятно. Что делают эти рычаги? Ща проверим. И раз, и два-с. Ноги ломас. Ты в порядке? Да. Да так себе, скажем. Женщина, не хватает одной этой. Одной не хватает. Вот ты вытаскиваешься? Нет, не вытаскивается. Ладно, пойдем по этой стороне. Да, вот, нормально, прыгни. Смотри, туда я не смогу. Значит, мне тогда прямо. На колонну. Это зачем? Я что-то сегодня прям туплю, жесть. Ну, ты вцепился, молодец. Дальше что? Колонна. Красивая. И что? На ту колонну прыгать? Вот вы тут запутали, значит, меня. А чё я туда ползу? А, там рычаг. Хорошо. И где-то там песок. Ну, это, скорее всего, за дверью. А ты допрыгнешь? Миу. Допрыгнул. А, вон, видишь? Во! Он немного подвинулся. Там где... Блять, заебал ты ноги ломать. Там... А чё за камера, алё? Дай мне нормальную камеру. Сука. А где моя вода? А, вот. Смотри, подвинулся. И что подвинулся? Ты туда пролезешь? Чё ты прыгаешь? Зачем вот этот вот камешек? Он немного подвинулся. А, так тут тоже то же самое надо сделать. Чё это я? Смотри, раз. Потом ползем сюда. Там тоже два рычага. И там, смотри, в бане тогда что-то откроется. Значит, мы туда еще вернемся. Я был прав. Но я там бегал минуты три, наверное, или четыре. Думал, как же там выпрыгнуть? Развернись. Юх. 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 Так. А, вон оно что.
Угу. Раз. И два. И все. Теперь я сюда тот камень сброшу, и он тут выпадет. Да, я тогда потом смогу на него... Опять сейчас ноги сломает. О, да ты достал уже. Херовый из тебя паркурщик. Теперь мы туда этот камень бросаем. Давай. И он поедет по почте. В другой кабинет. А там... А, мы туда воду слили. Оставайся там. Где там? Вон, а тут. Все, короче, давайте я сейчас тут сохраняюсь. Вот это вот. И заканчиваем на этом. Тут же мне ничего не покажут, правильно? Я же сохранялся уже. Да, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты будут в описании. Готово. Под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Принцев Персии, где мы будем доставать вот тот песочек, который я хотел достать. И все, всем пока.